Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. В моих руках UMI Digi, фирма, которая раньше называлась UMI, и моделька S2 Pro. Сейчас я о ней подробно расскажу, все плюсы и минусы, пару дней я с ней походил. Может быть, это и немного, но на самом деле могу сказать, что иногда даже не хватает времени, но я всегда стараюсь уделить качество, обзор сделать качественным. То есть, действительно, ставлю сим-карту, хожу и рассказываю о своих ощущениях. Кроме того, я успел потестировать его на время работы без перерыва воспроизведения видео, как я это делаю всегда последние годы 3-4, как канал существует. Обо всем этом сейчас и расскажу. Начну с комплекта. Ну, крышку чуть не так одел, на самом деле, вот так надо было, но не важно. Коробка, очень быстро посмотрим. Коробка выглядит вот так, достаточно красиво. В коробке нас ждут самая главная и самая ценная вещь. Это приятный такой чехол, пусть он и пачкается. Это бампер, но он приятный. Ощущение офигенное, он... такой, знаете, приятный, как будто вот бархатный. Вот реально мне нравится, я вот с ним и ходил, честно говоря, почти все время. Вытаскивал буквально там на час, чтобы посмотреть, как он без чехла. Но металлический телефон алюминиевый, он металлический есть. С бампером с этим шикарное ощущение, честно вам скажу. Поэтому, если кто таким пользуется, не игнорируйте, пользуйтесь красиво. С другой стороны, смартфон красного цвета, выпускается еще и в черном. Сам по себе красив и выделяется, реально выделяется, выглядит, на мой взгляд, здорово. Но бампер всю эту красоту скрывает, но зато приятно просто использовать телефон. 2-амперное зарядное устройство, красивый кабель, обычно китайцы, кроме OnePlus, не кладут такие, а тут красивый, приятного цвета. USB Type-C, разумеется. Неприятно то, что отказались в таком большом телефоне от разъема для наушников 3,5 мм, такой переходник. Меня это раздражает. Я пока с ним ходил в кармане, носил, боялся потерять. Хорошо не потерял, потому что, ну, один раз чуть не выпал, зацепился за наушники, короче. Ладно, с комплектом разобрались, давайте смотреть на смартфон. Дисплей, конечно же, 2:1 или 18:9, можно по-разному называть. Дисплей большой, 6 дюймов. Компания UMI мудрость проявила, и дисплей разрешение вполне себе нормального, то есть не HD, а Full HD, то есть 2160 на 1080, потому что здесь 2:1 экран. Это 402 пикселя на дюйм, вроде как заявлено защитное стекло Gorilla Glass 4, по дисплею сейчас подробнее расскажу, в целом дисплей зачетный, на мой взгляд, и точек не видно, 400 ppi, 402, вполне нормально, и яркость, и контрастность, все хорошо. Этот дисплей, наверное, это самая сильная сторона этого устройства, но не считая того, что здесь 128 гигабайт оперативной 120 гигабайт встроенной памяти и 6 гигабайт оперативки, что тоже очень много. По экрану что могу сказать? Давайте запустим слайд-шоу, какие-нибудь красивые картинки и посмотрим, я свои ощущения вам выскажу. Так, где у меня для тестов? Здесь своя оболочка, к ней также есть вопросы на самом деле у меня. И к процессору есть вопросы, но до этого мы дойдем. Ставим яркость максимально, автоматическая яркость отключена. Разумеется, есть настройка цветовой температуры. Давайте запустим тогда слайд-шоу, где оно тут. На мой взгляд, повторюсь, экран мне кажется очень даже достойным. Такой дисплей не стыдно поставить и в любой А-бренд, по большому счету. Вопросов к нему у меня вообще не возникло. Ни к белому цвету, ни к цветопередаче. Еще раз отмечу, если вдруг что-то не нравится, есть плавный ползунок, можно настроить цветовую температуру по вашему желанию. Приятный. Кнопки, к сожалению, не убираются. Такой настройки я не нашел, по крайней мере, в слайд-шоу. Но в играх, например, это не напрягает. Они, разумеется, скрываются. Вот, даже на 2 делит слайд-шоу. Ладно, с экраном разобрались. Думаю, больше добавлять здесь ничего не нужно. Он приятный. Поговорим тогда о камерах. Камеры 3. 13 мегапикселей, дополнительная 5-мегапиксельная и, соответственно, 16-мегапиксельная фронтальная. Видео смартфон записывает в качестве способен 4К, что я считаю вполне неплохо. И сам по себе смартфон, как камерафон, работать вполне себе может. Единственное, что могу сказать... это то, что иногда он все-таки ошибается. Иногда ошибается в том плане, что фотки, вот, например, на Арбате, смотрите, фотография. Другой бы смартфон справился, хороший, скажем так, среднего ценового диапазона и выше. Этот же не смог. Но, с другой стороны, фотки, может быть, несколько темноваты. Никакой пленки здесь на экране, на камере, разумеется, нет. Но мне вообще даже камера этого телефона понравилась, несмотря на некоторые ошибки. Посмотрите эти приятные фотографии, оригиналы, там штук 15, мне не жалко. И в ночное время суток я кладу под видео. Там же будут и примеры видеозаписи. По камере, в принципе, с оговорками, но зачет. Далее по процессору, а тут все не так хорошо. Здесь только MediaTek Helio P25 MT6755CD. 8 ядер, 4,4. Что интересно, на коробке написано так, то частота у нас до 2,5 ГГц, а, соответственно, на сайте UMI Digi написано 2,6. Я погуглил, этот процессор максимально способен работать с разрешением как раз Full HD, максимально способен 2,6 ГГц выдавать старший кластер ядер, и 6 ГБ оперативки ровно столько здесь и есть.
Эх, хотелось бы сказать хорошее про процессор, но в купе еще к тому, что оболочка немножко подтормаживает, ничего сильно хорошего сказать не могу. Почему? Понятно, что не все играют в игры. Я сам не очень часто в них играю. Например, там, неважно, играю, но не часто, не в этом дело. В танки я не играю, но всегда я тщательно тестирую. Смотрите, FPS как скачет на максимальных. 23. Тут же несколько секунд спустя, уже вот показываю вам. Уже 50. Следующий, да, вот просто показать. 27. И следующий, опять же, через пару минут 56. То есть, такой хаотичный скачок FPS говорит о том, что процессор либо плохо оптимизирован, либо не знаю что. Может быть, какое-то что-то исправится в будущем, но все-таки Medio Helio Tech P25 никогда не был таким прям крутым процессором. Сказать, что вау, это круто. Он нормальный за свои деньги. Но портит еще впечатление Mali-T880 MP2. Это не самый хороший видеоускоритель, как вы знаете. Ну, те, кто следит, по крайней мере, за смартфонами. И чудес, конечно, не будет. С другой стороны, если вы не берете телефон как игровую станцию, чтобы гонять на максимальных настройках и не только в танке, а в разные шутеры сетевые, то вам производительности хватит. Ну, с поправкой на оболочку, которую сейчас расскажу. Вантуту выдает ровно по паспорту, как и должен, чуть больше 60 тысяч баллов. Ну, соответственно, Бонсай показывает флагманский показатель, Geekbench 4 тоже, в принципе, ничего. И итог. Для повседневных задач, даже если вы будете, не знаю, торрент поставите, качать файлы большие, если вы какие-то тяжелые, ну не тяжелые, но средние игры, типа гонки, у вас нормально все будет, танки не на максимальных, но не игровой. Но все-таки производительность неплоха, но бывает, конечно, значительно лучше, что тут сказать. Я думаю, и не было целью производителя сделать этот смартфон игровым. Здесь другим все-таки берет. Красивый по-своему телефон. Да и, в общем-то, экран 2:1, большой 6 дюймов. Оперативной памяти 6 гигабайт, как я уже обмолвился, это реально очень много. Здесь, правда, не показывается, но я Вантуту проверил, действительно 6. Конечно же, китайцы не обманули. А, показывается, смотрите, ребят, 1,4 всего из 6 использовано. То есть, оперативной памяти, мне кажется, на всю жизнь хватит с запасом, что бы вы с ним ни делали. 128 гигабайт встроенной памяти, это тоже много. Радиоприемник есть, NFC, как обычно, не завезли, но это не удивительно, это и Mediatek, и металлический телефон. И переходим тогда к чему? Переходим тогда к тесту GPS. Заявлен модуль только GPS, и на самом деле, да, похоже на то, что ГЛОНАССа здесь нет, потому что ловит не очень быстро, но за 3 минуты 5 спутников взял в работу, 6 увидел. Точность стоит 6 из 12. Нормально. Из 12 спутников 5 в работе, точность позиционирования 6 метров. Более-менее неплохо. Работает, и на том спасибо. И я уверен, вы ждете, когда же я расскажу о батарее. Батарея здесь 5100 мА, и в реальности, если мы говорим о тесте видео, то результат-то не очень хороший. Я вот это видео, притом по-честному, видите, экран весь. То есть я растянул, разумеется, на весь экран изображение, чтобы все пиксели были задействованы. У меня получился результат всего лишь 5 часов 50 минут, грубо говоря, округляя, почти 6 часов. Результат небольшой, я думаю, будет несколько больше с таким аккумулятором, но вот то, что есть. С другой стороны, с этим телефоном я походил и могу сказать, что батарея, он относится, как ни странно, щадяще. Если вы особо его не гоняете, слушаете музыку, например, через такой переходник, не знаю, и в интернете что-то там смотрите, то на день, на полтора его хватает, как ни странно. Я ожидал, что он будет разряжаться к 5-6 вечера. Нет, держит совершенно точно хорошо, и пусть вас не отпугивает то, что он всего лишь меньше 6 часов прокрутил в режиме самолета видео. Обычно это больше, но здесь все-таки экран 6 дюймов. В целом, автономность ругать не буду, она неплоха. Нормально даже, я бы сказал, кроме воспроизведения видео. Весит 181 грамм и практически все, подходит обзор к концу. По внешнему виду, как-то вначале рассказываю, давайте чуть покажу здесь, в конце обзора. То есть, с правой стороны все стандартно, кнопка включения, кнопки громкости, камера, сканер работает хорошо. Про оболочку сейчас несколько слов еще скажу. Слот совмещенный, вот сейчас симку свою вытащу, она больше не нужна. Слот совмещенный, то есть, либо две сим-карты, либо вместо второй карты памяти. Динамик достаточно громкий, Type-C, ну и микрофон. Слышно меня также хорошо, вопросов к смартфону не возникает. Оболочка, давайте несколько слов о ней, обзор тогда заканчиваю. Оболочка подтормаживает откровенно. Я не знаю, Уми зачем делает свою. Поставили бы, не знаю, может быть, как Xiaomi, гугловскую, мне кажется, больше интерес был бы компания, потому что называется она Umi OS, и такую некоторые баги до сих пор не исправили. Например, когда первый звонок мне раздался,
Телефон звонит, индикатор уведомлений здесь есть, горит, красным, по-моему, я его поставил, а я ответить не могу. Разрешить, вот эти вот андроидовские дурацкие разрешения, я 5 или 6 раз нажал, и у меня человек уже трубку положил. Это просто чушь какая-то, не должно так быть, у других производителей нет. То есть инженерам нужно поднапрячься и косяки исправить срочно. Справедливости ради, оболочку эту я второй раз тестирую. Больше косяков не нашел, никаких. В прошлый раз было хуже. Есть программы, которые удалить, к сожалению, нельзя. Мне нафиг не нужен этот антивирус, но приходится мириться. Либо там копаться в смартфоне с помощью каких-нибудь форумов, типа 4PD, лазить, искать что-то, разблокировать и так далее. Не хочется. Справедливости ради, все это не мешает. Здесь еще есть такая штучка, называется Dura Spirit. Или как она правильно, спид, дура спид, скорость, я ее отключил. Вот. По большому счету это не мешает. При зарядке единственный телефон, куча всяких уведомлений, что обязательно раз в неделю телефон перезагружайте, еще что-то говорит, что на ночь, оказывается, телефон ставить на зарядку нельзя и так далее, это не отключить. С другой стороны, ладно, есть и есть, но хотелось бы более чистый Android. Не нравится мне, когда на мой телефон куча мусора, если называть вещи своими именами, и удалить ее нельзя. Ладно, о телефоне посмотрели, версия Android 7 и так далее. Смотрим. Что мне по-настоящему понравилось? Ну, конечно, режим защиты глаз. Темное время суток, если вы читаете на телефоне. Потом, далее интересно, давайте по батарее посмотрим, что здесь. Постоянное, интеллектуальное. Давайте посмотрим, как работает сверхрежим. Он работает вот так. Это очень странно, потому что обычно все-таки он в такой простой режим переводит. Здесь же я тестировал в основном на интеллектуальном, потому что другого, в принципе, и нет. Что-то сейчас еще закрыть потребовалось. Ладно. Далее. По экрану тут все понравилось. Есть и MiraVision, и настройка цветовой температуры. Опять же, плавненькая, аккуратненькая. И очень важная для меня, по крайней мере, вещь, это поменять местами кнопку «Назад» и кнопку «Список последних приложений». Кому-то может быть приятнее так, кому-то так. Но если в правой руке большой телефон держишь, мне удобнее под большой палец сюда. Поменять это можно. Ну и все, в принципе. Здесь это уже для чехла, как я понимаю, настройки. Часы, уведомления и так далее. На этом у меня все. Смартфон получился такой своеобразный, как видите, тоже в стиле iOS, так называемого, нет меню приложений. Я говорю, умею бы перейти, пока не поздно. Вроде хорошие девайсы, приятные, нормальные. Но вот эта оболочка смазывает несколько впечатлений. Лучше бы поставили чистый Android, как Xiaomi, там, Mi 1. Договорились бы с Google. Вроде не такой маленький производитель, мое личное мнение. С другой стороны, возможно, я зря придираюсь, они доработают, допилят оболочку, вот, например, уже есть всякие темы, это приятно, но несколько она такая не быстрая, вот что мне не нравится, и какие-то баги еще могут встречаться. А так, настройки рабочего стола, в принципе, тоже заморозить, вот это до конца не понял. А, это вот то, что мне на iOS раздражает дико. Вот здесь это можно также сделать, и все ярлыки теперь будут только наверху, вот это меня бесит. Притом на рабочем столе можно поменять, а здесь будь добр, пожалуйста, вот они у тебя наверху, вот это вот фигня, это называется заморозить. Ладно, на этом тогда обзор, все, пишите свое мнение, телефон не дешевый, ссылки оставлю, где он продается, на данный момент стоит 300 баксов, что кажется мне несколько многовато, даже учитывая, что здесь 128 гигабайт встроенный и 6 гигабайт оперативный, что бесспорно много. Решать вам. Если кто пользуется телефоном, напишите еще свой короткий отзыв, буквально там минуту времени вашего займет, другим людям поможет. Плюсы. Однозначно, все-таки экран, мне он нравится. Много памяти, камеры с оговорками. Все-таки с оговорками, но камеры все-таки нормальные, неплохо. Минусы. Странноватая оболочка и капризный процессор, я назову это так. Просто капризный. FPS скачет, это плохо. Особенности, ну опять же 6 гигов RAM, возможность поменять местами кнопки назад и кнопку меню, настройка цветовой температуры и индикатор, который скрывается здесь красного цвета. На этом у меня все, как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны, до новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. Оригиналы фотографий можете посмотреть на моем сайте artstyle.ru. Счастливо!